Проблема у нас опять КНС-ки, которая находится в западном микрорайоне. В 2020 году уже неоднократно нам обещали в течение летнего периода, это июнь, июль, август, заменить оборудование на КНС-ке в западном микрорайоне, соответственно, убрать сточные воды в трубы. В августе месяце сам глава администрации Ионин обещал, что к 1 октябрю этого года на 4 КНС-ках города Богородицка поменяют полностью оборудование. Но факт остается фактом. Одни обещания. Как вода текла, она так и течет. Сбросы очень сильные, особенно в вечернее время. С периодичностью получается раз в 2-3 дня. Понимаете? Но они нашли у нас выход из положения. Вот сейчас мы с вами находимся на улице Тургеневской. Они выкопали огроменную канаву. Эти сточные, значит, сбросы идут в эту канаву. И, соответственно, вы понимаете, ну что это за решение проблемы? Где вот, если у нас такой правильный глава администрации, он как царь, я слово дал, я слово взял обратно. Почему данные обещания не выполняются? И еще мне хочется сказать, по этому округу у нас баллотировалось 5 депутатов от Единой России, в частности, это председатель политсовета Единой России Захарова, предприниматель Федора Каролина. Вот им не стыдно, что вы так относитесь за тех, кто за вас голосовал. А? Я понимаю, центр города сейчас у нас облагоустраивается. А поселки буквально превратили в гетто.